Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России по Московской области совместно с коллегами из Ленинского городского округа задержали 35-летнюю жительницу Воронежской области, подозреваемую в сбыте наркотических средств. В результате оперативно-розыскных мероприятий на 32-м километре Каширского шоссе полицейскими был остановлен автомобиль, в котором в качестве пассажира находилась злоумышленница. В ходе досмотра ее сумки в двух косметичках обнаружено и изъято 223 фольгированных свертка с порошкообразным веществом общим весом около 150 граммов. Согласно проведенному исследованию, содержимое 9 свертков – это метадон. Подозреваемая свою вину отрицает. Вы об этом не уведомили ни моего адвоката, ни меня. Я никому ничего говорить не буду без адвоката. Также при осмотре квартиры подозреваемой обнаружен и изъят пакет с аналогичным веществом общим весом примерно 160 граммов, электронные весы и упаковочные материалы. В отношении задержанной сотрудниками следственного управления УМВД возбуждено уголовное дело. Фигурантке избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.